Raymond de Napoli metā tu Dafni to savu tu minusam pērī ēlauni tos būs, kai tos tribalojas, kā te ir gadza to tom stahin, kodā drīlis te zaurīsas to balanti un NH apēkī to tā, no rismu te tā hius para ton lamana, kai ten metālan, pēra to melun para uton, to kai nota ton naskai, Нюмфион. Нюмфион. Ну, давайте до сюда пока. Сейчас. Минусы. Это у нас сдать. И вот на П. Вместе с самим Дафнисом, значит, как-то ожидая или оставшись. А вы думаете, ауту к Дафнису относится, да, генитив? Это... Да. Я-то подумал, что прям там оставшись, оставаясь там, ауту как наречие место. Угу. Не очень понимаю, что она сделала, делала с быками. То ли гнала по кругу. Ну, не знаю, объезжала. Сгоняла, гнала. Непонятно, да, что делала. Как-то она... Зачем вообще их гонять, не очень понятно, честно говоря. Я только кота гонял в жизни. Вот. И какими-то чесалками обрабатывало зерно. Так, триболос это три... То есть вот такими, сейчас нарисую. Вот такими, да? Вот такими штуками, да? Видимо. Угу. Или нет? Сейчас проверим. Триболос. Чесалками. Трезубцами, да? Трезубцами. Катергадзум эту стахюн это... Как это называется-то? Колос. Колос? То есть это синегдыха, да? Один колос? Да. А может быть не колос, а вот... Как же это сказать-то? Есть такое слово. Французские художники, импрессионисты любили рисовать такие желтые коп, желтые такие вот из сена состоящие. Ток. Стоги, да? Стоги сена. Угу. Может быть, она стоги сена как-то там их взбодряла. Вот эти что-то. Я просто не знаю, зачем. Может как-то. Быть, потому что вообще-то вот этим самым такими вот вилами как раз мне кажется стога. И делаются, а колосы тогда, ну, его скорее цепями бьют, да, чтобы отделить зерно от плевел. Я не знаю, можно ли его вот такими чесалками обрабатывать. Ну ладно. Так, и Адриус что делал? Значит, ты как-то оценив, что ли, сейчас? Мне кажется, нет, Тхезауридзу, это значит, сберегать. В общем, сохранив, спрятав, в общем, по сути. Да. Запрятал, я бы так сказал, да? Запрятав причастие. Угу. Апекейто это апокеймой? Да. А баланте он мне сказать, что запрятал-то? Кошелек. Кошелек там, где
Апокаймы, где лежали. Помните гнаризмы-то из первой книги? Да. Всякие, какие-то там кольца, что ли, или браслеты, да, драгоценные. Где Да. хранились, вот, где хранились. Значит, быстро. Эферето, это эперхомай. Эферето. А почему нельзя понять, как феру просто? Вроде можно. Имперфект. Да, медиальный. Идеальный. Как-то понесся быстро Да, как? к Ламану и Мерталь. Видимо, да. Рассчитывая от них Вот это знаете, что такое Кайнот этот он? Это как название сериала. Знаете, такой сериал «Очень странные дела». Только там, вот, наверное, сериал можно перевести на греческий язык «Очень странные дела», как «та Кайнота-то». А тут то Кайнот этот он, это «странное дело», вот так я бы перевел. Невиданное дело, невиданное дело. Неслыханное дело. Да, не слых, но это такое наречное, Да. как бы это как если бы Лонг от себя бы добавил, видимо, вспомнить. Не, Мнаума это сватать. В данном контексте. Сватать невесту. Или свататься. Как сказать, свататься? Свататься или сватать. Что там, Нимфи, она это невеста, да? Это жених. Точно. То есть. То есть Дафниса предлагать, получается. Даже не предлагать, а наоборот договариваться, чтобы он, это же Дрёс, это отец Хлои. А, ну да. Да, получается так. Так, и что здесь? Но есть параллелизм между Напо и Дрюсом. Ну Ничего не да, видно. не Ничего не видно. видно. Да? Ну, пара тут немножко занятно используется одновременно, вот, ну, то есть сначала с аккузативом, потом с генитивом. Любопытно, что самое главное в конце предложения, да, Мнасха и Нимфиа. Да, и такое запакованное в достаточно сложную глагольную конструкцию, потому что она приходит третьим, то есть эферето, мелон, насхай. Понесся, планируя женить. А Мнасхай зависит от пары утон, что ли, да? От пары утон, как мы перевели. Планируем. Параутон от них, но, видимо, у них. А, ну да, от них. В смысле, сам Нимфилонс, он им как бы принадлежит. Ну да, высвотите у них этого парня. Да.
Ну ладно. Явно какой-то другой человек писал вторую часть. Так, давайте дальше. Юрон де Кокейну скрития метрунтас у пропалу лалакмемена. А тюмус те эхунтас хоть и микрудейн аликотера энтон кате блетентон сперматон. Эпокейнус мен паремю тесату, койнен гомологесис эндиен контаху гегоненей. Тонде дафнин этейто хлои кай элиген готи пала алон дидонтен уден пара утон лепсатей. Малан дети ай койкатхен аутойс эпидосей. Значит, найдя, что они рассчитывают, считают Митрунтус. Идти. Сейчас. Крития, это Критион, по идее. Такого что-то нет. Нет, это ячмень, по-моему, или что-то. Это критидион. А, вот, понял, крит ячмень, да. Считают ячмень. Ну, вешают, наверное, взвешивают. Угу. Ну, то есть разделяют на части, да, равные какие-то там по мешкам. Да. Незадолго до этого просеянный Лоликмена. Так, а какая конструкция-то здесь? У Пропалу это как бы ли то, то-то такая, а, или что, в смысле, это причастие перфектное, пассивное. Нет, я про это. А, аккузатив партикипио. Да, после гевриску. Обнаружив, что, они, что и они там занимаются тем, что развешивают ячмень, который был незадолго до этого просеян. Так. Значит, и что они при этом как-то трусят или нерешительны, Атюмус. В отчаянии. Что нужно чуть меньше. Видимо, катаблетентон это катаблепто. Нет, катабалу, наверное. Спасибо. Да, какой-то каких-то брошенных семян. Ну, видим, посеянных, да? Или потерянных. Сейчас, я пока, я, если честно, не совсем понимаю вот это Дейн и Н. А, ну такая конструкция, микро Дейн. Она даже в апологии Сократа встречается, по-моему. Это значит, типа, что-то типа схедон. Ну, то есть, малого не хватало для того, чтобы аллиготора микро Дейн. Не хватало малого. Не хватало, в общем, тех семян, которые посеяны или брошены. Так, значит, они были... Он обнаружил, что они развешивают, и при этом они находятся в состоянии депрессии, потому что совсем немножечко не хватало до того,
по сравнению с тем, что было посеяно. Ну, то есть посеяли 10 мешков, а собрали 9. То есть урожая никакого нету. Даже меньше собрали, чем посеяли. Понял. Вот, видимо, такая ситуация. Значит, он параметеса то... Утешать, да, этого, по-моему? Да, утешил, получается, Аорист. Не понимаю, почему Эпикейнус, почему... Зачем так, почему не Эпикейнус просто? А, потому что тени. Ну... Нет, это не то. Есть такое CP у Дворецкого. Тина и пятини. А, это утешать кого-то, за что-то утешать, в чем-то утешать. Вот это непонятный EP, но какая-то строчка третья. Непонятно. Ну, это EP с датилом, можно просто как от EP идти. Ну, не знаю. Может быть, окей, но если это не эти самые, может быть, это не не вот эти старик со старухой, Ламан с Мюрталой, эти самые семена. То есть по поводу семян стал их утешать, да? Да. Ну, может быть, да. Что касается семян, он их утешил. Как он утешил? Гумблогесос, да, что? Согласившись, что настало Гегуненой, значит, общая повсеместная нужда. Тоже странно, да, гомология как-то смотрела. А почему странно? Вроде нормально. Он говорит, да, действительно, все очень плохо. А с чем он согласился? Ну вот я говорю, что он согласился с ними, что настала повсеместная общая нужда. Ну они что, это сказали, что ли? Ну, они сказали, что мы посеяли 10, а собрали 9 караул. Вот у Дворецкого есть значение гомологео как признавать, признав. Угу. Или даже допускать, допустив. Может быть, это неправда, но он так допустил. А может быть, у всех такое. Вот. Так. Это и то, да? Айтео май. Айтео. Да. Стал просить Дафниса для Хлои. Ну да. И говорить. А, ну он согласился, в смысле, что у меня тоже, наверное, да, он сказал. У меня так и у всех, да. Ну да. Да, и говорить, и говорил. Это имперфект. Стал говорить, да, деканату. Сейчас. Что у других дающих, что у других дающих многое, ничего не останется.
Ох. Что? Гентиус абсолютус, да, вот это? Другие дают много, наверное, противительные, да? Да, да, конечно, пускай, несмотря на то, что многие... Ой, в смысле, другие дают много? А да, почему не останется? Это не Лейпо, это Ламбано. Он не возьмет у них ничего. Он у них ничего не возьмет. Это Ламбано, а не Лейпо. Понял, да. Он у них ничего не возьмет большего, чем то, что из дома у них им придаст, добавит эпидосы. А скорее даже сам, значит, из своего как бы хозяйства им добавит. То есть другие предлагают ему за Хлою, да, получается, много денег. Да. А он не только у этих ничего не возьмет, но даже сам еще добавит. То есть он готов доплатить за Хлою, да, получается? Да. Вот так вот получается, да? Ну ладно, что тут по риторике? Ой. Литота у пропалу. Ну, такая стертая, она, видимо, в языке. Потом полу, а здесь микру. Два слова заканчиваются на «не». Мне кажется, что вот эта вот концовка достаточно риторически все-таки неплохая. Пала Ланди Донтон, Уден Параутон Вебстей. Пала Уден, да? Контраст. Много ничего. Да. И генитивы в разном смысле, да, то есть Алан Дидонтон это абсолютус, а Параутон это от пара, но все равно. Ну ладно, пойдем дальше, что делать. Зрится, что тебе. Так. Сюнт трафтай гара лолойскай кан то немен сюнефтай пилия радиос лютеней медю на мене эды декай геликиан эхин гос сюн кат теудейн мет алелон сюнт трафткай это этот самый перфект сюн Трэп, что ли, все. Да. Совместно они были воспитаны, да? И сейчас. Это а почему? А, это причастие. Синтетраф. Какое же причастие? Это инфинитив. Инфинитив? Тогда я не понимаю, почему инфинитив. Пассивный, перфектный. Они были вскормлены, они были воспитаны друг с другом. Да.
Ну, давайте с интерф посмотрим, да, что мы гадаем, вообще, как оно работает вообще. Не знаю, вы не посмотрели? Смотрю. Тени. Вместе воспитывались, видите, в пассиве. Друг с другом. Они были... Они росли, давайте, просто они росли, ведь они росли друг с другом вместе, мальчик и девочка, и это N, да, предлог N. Да, и, соответственно, субстантивированный nemein, то есть в деле в пастушестве, в деле пасторства. Все нефтай. Ну, это, видимо, гапту, да? Сюнгапту. F. Были соединены, связаны. Мы связаны одной цепью. Помните такая песня? Это помню. У Виктора Цоя. Нет. Или у кого? Не помню, у кого-то там. Бутусова. О, Бутусова. Они были связаны чем? Ну, дружбой, филией, в смысле, ну, какой-то приязнью. Ну, дружбой, дружбой. Которую нельзя просто так развязать. Да, да, медью на мена, которая не способна быть развязана легко. То есть такая крепкая. Ага. И уже имеют возраст как бы достаточный, чтобы спать друг с другом. Имеется в виду в одной комнате. Так. И что тут у нас, какие фигуры? Ну, вообще-то, чего? Тут все построено на вот этих инфинитивах, которые, кстати, три из них сюн. Тут вообще, да, личных форм глагола ни одной. Раз, два, три, четыре. 5, 6 инфинитивов. Три из них с сюн. Отстань. Не хочет выделять это сюн. Ну, вот это, короче, понятно, да, вот в этом глаголе. Вот так вот выделим. В тхе, я вижу. Два раза. Еще ф, пх, пхтхепт, птхепт, филия, родился лютхеной, лютхеной. Чувствуется, что у него зубов не всех, у него не полный комплект зубов, да, у старика? Я тоже об этом подумал, да. Тоже подумали, да, что он шепеляет, как бы, да? С другой стороны, вот в этом ЭДДК и Геликиан есть какая-то аллитерация достаточно сильная. Ну, во-первых, ЭДД, потом... Кай и Киан. Мы юнамены, видел? Мы юнамены, Эфрика и Геликиен. Да. И... Аллелу с Аллелом, заметили? Да, но это вообще это такая скандальная, как бы, то есть это одна и та же, по сути, они начали с того, что были совместно воспитаны, а теперь они могут совместно спать. Да. Короче, это про совместность все. Вот я бы так сказал. Да, мне кажется, что это почти такая вот пасторальная идиллия. В смысле, как в стадии... Ягнята сначала вместе растут, а потом вместе делают других людей. Я не знал об этом. Спасибо. Так, пойдем дальше тогда. Так. Давайте до колона прочитаем, может быть. Гомон тау такай эти плею тутон элеген, гоя ту пейса элегон атлон эхон тас трисхилиас. Значит, он говорил это и еще больше
вещей в таком роде, видимо. А, больше этого, и еще больше этого. Больше таких, чем вышесказанные, да? Наболтал, стал болтать. Так как Гоя. Эхон сейчас. Ну, видимо, чтобы из видимо, ой, я сейчас. Я не понимаю, почему ту, если. Наверное, от Атхлана зависит. Атхлан — это награда, да? Да. Тинос, за что? А, я понял. Награда за то, чтобы убедить. Да. За убеждение, за успешное убеждение. Вот. Тогда не понимаю, почему Эхон причастие. Ну, потому что это причастие конъюнктум к Элеген. Он говорил, при этом говоря, имея награду за то, что он убедит, в количестве 3000 долларов. Не, ну нет, грамматика не нарушена, просто порядок слов интересный. То есть, знаете, у нас есть Элеген, он говорил. А как он говорил? Можно по-разному говорить. А вот причастие конъюнктум образа говорения, образа действия. Говоря... Нет, он еще больше говорил, потому что он говорил, говоря, имея при этом награду за то, что он успешно убедит, в качестве 3000. Да, только Леган, по-моему, не к Элеген. Леган – это к Пейсе Леган. То есть он говорил, имея награду, за то, что, говоря, убедил бы, да, если по-русски. Так, ну, а я что сказал? А я разве как... А я что? Вы Леган переставили. Я Леган с Пейсой связываю, а вы его куда-то... Нет, я Леган связываю вообще с Элеген, с глаголом. Причастие конъюнктум уточняет глагол. Он начал говорить много-много-много. Почему? Так много. Потому что он не просто так говорил, досужий разговор вел, а потому что он говорил, имея награду в количестве 3000 за то, что он убедит. Не знаю, что вы придираетесь ко мне. Идеально, по-моему. Нет, не согласны? Ну ладно, у вас как было? Я сейчас запутался. Я Леган, ну, мне кажется, просто так... Если Леган Келлиген, то это как бы чистой воды уже риторика. Я Леган отвязываю от Элеген и привязываю к Пейсе в отношении вашего перевода. То есть получается, он говорил там много, потому что имел в размере 3000 награду за то, что убедил их, говоря, ну то есть своими словами. А, понял, понял. Ну, то есть, словесным образом увидел. Да, ну, то есть, круг замыкается. Понятно, что этот Леган как бы обратно к Элеген, да, то есть, ему нужно было говорить, а именно потому, что как раз-таки говоря, а не как иначе, он бы их убедил, получил бы награду. Не, я согласен, да, хорошая версия. Да. Так. Ну, это интересная фраза, кстати. А как вы начало перевели? Гумен Тафту, как вы перевели? А, вот и это, и еще больше, чем это он говорил, чем эти слова начал говорить. Так как он имел награду 3000 за то, что он убедит словами, скажем так, Легон Тупейси Легон. Легон Эхон, да, тут есть какая-то перекличка. Элеген Легон тоже.
Мне нравится порядок слов. Вот. Хорошо, ну, в смысле, что в греческом так иногда позволяет он устроить так фразу, что, чтобы расставить сразу несколько акцентов. Uh-huh. Вот эти нас Трисхилес в конце, что вообще-то у него не ерунда, а 3000 там был. Угу. Ну да, акцент на Трисхилес в конце, да, действительно. Начинается с него, Ромен, а заканчивается деньгами. Тут что-то еще есть, просто мы не видим. Явно. И еще прикольно, что пейсы, да, не через целевое, не через там гина или воз, а субстантивировано и катлан. Хотя по смыслу, да, это, ну, в общем, целевое. Он говорил, чтобы их убедить получить за это награду. Но вот он так все завернул. Да, и тут еще ямп есть. Вот вы не видите ямп, а я вижу. Смотрите. Писай легон на тхон нехон тастрис хильяс. Ну, тут небольшая синузес в конце. Вот так вот. Ну, короче, он какой-то ритмичный еще, мне кажется. Ну. Нет, отклон нельзя прочитать. Так, ладно, сдаюсь. Это я пошутил. Все. Ну что? Давайте еще почитаем. Что-то я уже устал, честно говоря. Ну ладно, да, так. Года ламан мета пиньены типроба леска дюнаминус аутегарух юперефанун. Мете Геликиен Дафнидос Эдгар Мейракионен Томен Алетес Удгос Экс Гореусен Хоти Крейтон Исти Таюту Гаму Хронен Де Сиопесас Алиган Гутас Апокринато. Пробало. Пробало мой тут дюнаминус. Выставлять в виде защиты. Или предлога, может быть, пробало. Да. Использовать в качестве прикрытия. Да. Он уже не был, да, мэтом дюнаминус. Эти, да, как, уже... эти иногда как не как уже можно переводить, а не как еще. Он уже не был. Да. Значит... Использовать бедность в качестве предлога, ну, как бы, видимо, предлога, почему не стоит жениться, да? Угу. Сейчас, потому что они сами, видимо, уже, сейчас, гюперафана. Надменный, великолепный. Юперфанео. Слитный голову. Они, да, не слишком гордились. В общем. Угу. Они и сами ведь не слишком-то гордились. И еще нельзя было не только Пинию, но и Хиликию, да, в качестве предлога, да? Да, 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 это все как про Балисхай. Значит, не возраст Дафниса. Угу. Потому что он был уже, ну, как раз таки вот этот юноша. Да. Утхос экс агуреуса. Это экс агуреу. То есть высказать. Но, видимо, гос не совсем. Сейчас, Сигареусен, это аорист. Угу. И тогда не совсем понимаю гост. Это гост, это гутус. Значит, не, ну то есть не высказал при этом правды.
Непонятно вот это, может быть это как слитно, не знаю, что такое ут. Ну, как тут гутус-то вставить? Ой. А, вот смотри, такое выражение, я просто не помнил его. Все-таки не, видите? Удгос даже и не, даже и так не. Угу. Даже и так, значит, правда не сказал. Угу. А правды... правды в чем? Что нечто есть лучше, чем такая женитьба. Не нечто, это мужской вроде род крейтон, то есть этот Дафнис, что ли? То есть он найдет себе получше девушку, чем Хлоя. Но это то, что он мне сказал. Но, значит, промолчав какое-то недолгое время, отвечал так. Так, и что здесь? Ну, тут прикольно, что вот с этим про Болесхой два акузатива, два дополнения, как бы однородных, одно до, другое, ну, в общем, что он их в разном порядке, да, то есть сначала пени, а потом про Болесхой, потом пояснение в скобках, а потом гелике и тут же пояснение в скобках. То есть, ну, был бы почти параллелизм, если бы он про Болеской перед Мэтта поставил. Так? Да. А еще такое, мне кажется, перформативная немножко фраза. Как бы качающиеся, потому что, собственно, сам Ламан лукавит. То есть он скрывает, и сама фраза такая со скобками. Ну, то есть понятно, что я имею в виду.